Да, я самурай. Но я готов пожертвовать всем ради дома. Меня предупреждают. Господин! Оно еще... Ночью пришло. Вы видели? Успокойся. Как твое имя? Сино, господин. Сино. Что ты видела? Дитя реки. Капу. Демона? Ты уверена? Оно точь-в-точь, как отец всегда говорил. Чудище в реке. Следы когтей на земле. Тебе повезло, что уцелела. Я спряталась. А мой отец пошел прогонять Капу. Я услышала плеск воды и крики. Я выясню, что с ним, Сино. Жди здесь. Не подходи к воде. Берегите себя, господин. Капы голодны. Корзина перевернута. Кто-то спешил. Голодная рыба. И правда, кто-то голодный. Следы человека или животного ведут к реке. Следы ведут дальше. Наверное, отец Сино. Раны глубокие и чистые, как будто нанесены клинком. Убийца мог оставить следы. Еще следы прошли здесь. Пахнет жареной рыбой. Это не капы. Это воры и убийцы. Хотя тоже чудовища. Не было.
Уходите! Они обокрали отца Сина. Угорь. Несколько камней. Дудочка могла принадлежать отцу Сина. Верну ее девушке. Мой отец. Мне жаль, Сино. Капы убили его. Не капы. Воры. Нет. На такое способен только демон. Отчаяние может пробудить демона и в человеке. Тебе есть куда пойти? К Вагасиму. Там живет моя тетя. Это трубка твоего отца? Да. В ней частицы его души. Спасибо. Я скоро пойду в город. Negum ben. Yasım ben. Sipsi gek bir. Bitcan.
тебя освобожу. Господин Сакай, я в жизни не смогу вам отплатить. И не нужно. Лучше скажи, как тебя схватили? Я шла по дороге, искала, кто мне поможет. Но в темноте я плохо вижу. Вот так вышла на лагерь монголов и не заметила. Если они еще там, я с ними разберусь. Иди, ты свободна. Найди покой. Давай, Кагэ! Негюмбен. Надо проверить. Бит Орсно Терик! Ючиш вот это. Вечно тебе мерещится. Бит Негчич Тусла!
Посмотрим. Услышишь что-то еще? Скажи. В нас стреляют! Я его слышал. Хан! Так я и думал. Ой! Вдох их чарта! Берегись, он подлый! Защитите! Захал, что ты, блин?